Всем добрый день! И сегодня я нахожусь на станции метро Баррикадная. Смотрите, какая здесь красивая елка! Мне нужно было перейти на другую линию метро, можно было перейти по подземному переходу, но я решила пройти по улице и нисколько об этом не пожалела. Смотрите, какая красавица новогодняя елка! А еще я приняла такое решение, потому что сейчас мы с вами пойдем вот сюда. Мы не пойдем в сам зоопарк. Ну, кто меня постоянно смотрит, знает, что я очень люблю ходить в московский зоопарк, просто гулять. Но сегодня, вот тоже именно из-за этого, я пошла по улице с одной станции метро на другую. А узнала я об этом новогоднем богатстве, об этой новогодней красоте от Юли, канал «Гуляем с Юляшей». Она мне несколько дней назад прислала ссылку с фотографиями елок, которые стоят около московского зоопарка. Я когда сюда подходила, я в принципе понимала, что здесь будут елки украшены, новогодние, но я не ожидала, что будет столько елок. Здесь прям настоящий сказочный заснеженный новогодний лес. И чего здесь только на елках нету. Посмотрите, и шишки, и какие-то сосульки, и мишки, и куколки, и изнутри все это подсвечивается фонариками, и все это заснеженное такое, ну прям вот сказка. Я думала, что у меня опять получится такой небольшой парад. Смотрите, какой купляж здесь. Небольшой парад новогодних елок. Но я не смогла пропустить ни одну елку. А их здесь много. И вот хотелось каждой подойти, на каждой веточке заглянуть. Вот какой-то такой вот, знаете, как окунуться в детство. Я не ожидала, что на улице елки могут быть наряжены такими игрушками. Вот конфетка висит. Вот такой олень прячется в веточках. И вот прям вот от них какой-то вот, знаете, такое вроде бы снег, вроде бы зима. Вот там тоже купленыш такой вот за снегом прячется. А от них вот какой-то вот веет домашней теплотой. И в то же время такой снежной сказкой. Не знаю, поэтому вот подходила к каждой елке, заглядывала под каждую веточку. И вот показываю вам, делюсь этим настроением. Вот действительно, знаете, вот как-то вот такой вот, вот эти, наверное, елки из всего парада, вот, который я снимала, вот они такие вот самые новогоднее настроение мне создали. Вот там снеговичок тоже вот прячется в веточках. Здесь мишка вот такой висит, бусы, шарики. Ну, казалось бы, что такого особенного? Ну, на улицах обычно елки украшают там шариками, ну, понятно, огонечки, звездочки, снежинки. Но вот такими вот какими-то домашними игрушками я ни разу не видела, что были уличные елки вот так вот украшены. Thank you.
В общем, скажу я вам так. Шла я за парадом новогодних елок, а попала в новогодний лес. Действительно, сказочный новогодний лес. И пропала. To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another. Единственное, знаете, кого мне не хватало в этом лесу? Деда Мороза. Вот снегурочки есть. На, почти на всех елочках попадаются снегурочки, а Деда Мороза нет. Ну, наверное, просто еще рановато. Ну, это что-то я совсем углубилась уже в сказку. Но вот такое вот у меня настроение создали эти елки. Could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. А вот здесь такой толстячок-снеговичок. Вот такой у меня сегодня получился парад новогодних елок. Я бы даже сказала, не парад, а прям парадище. Большое спасибо, что вы прогулялись со мной по этому сказочному новогоднему лесу. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь. Всем хорошего новогоднего настроения. А я говорю вам до свидания, еще обязательно увидимся.